пляж. В честь дня первоклассника я приготовила для вас сюрприз. Ребята, вы любите подарки? Тогда угадайте, что находится вот в этой коробочке? Правильно, книга. Но не простая, а волшебная, которая откроет нам тайны знаний. А где же книга? Она исчезла, все.
Она меня казнит. Что же делать? Просто невозможно. А ты что стоишь, Мария? Ищи сейчас же! Это вы мне? Ну а кому же еще? Не мне нельзя на прием без перчаток. Вы слышали, ребята? Кролик знаком с Черной Королевой. Он тебе поможет нам найти книгу. Я велю всем отрубить вам голову и испугать.
Ваше Величество, видите ли, я тоже хочу, чтобы вы вернули книгу детям. Что? Я верю еще раз подрубить тебе голову. Ну нет, этого мы не допустим. Да. Да. Мы, это я и ребята. Ой, ребята, тоже мне друзья. Да, друзья, в этом зале все друзья. Да. Не слышу. Да. Потолок, нос.
Правда, она очень стесняется, но она может ответить на ваш вопрос. Кукушка, кукушка, кукухни. На какие отметки будут учиться девочки? Слушайте кукушку, тихо. А на какие оценки будут учиться мальчики? Сегодня у ребят праздник, которого никогда не было до этого. Сегодня вы стали настоящими первоклассниками. А в празднике принято дарить подарки, но только не двойки и единицы, а разные и даже музыкальные подарки. И у меня для вас есть музыкальный подарок. Самые заветные мечты исполнения.